Привет, привет, всем привет, всем добро пожаловать на программу «Живая струна», доброго вечера. Плохие новости, у нас в студии сломался кондиционер, поэтому, если что, не обессудьте, если вдруг расплавится. Машите на меня, машите. Да, мозги, да, сегодня мне помогает Мила Луговая, Павел Николаевич не выдержал закрытия сезона программы «Живая струна» и ушел в отпуск, поэтому Милочка сегодня, и, ну, я вас приглашаю на прекрасный вечер удивительной музыки, потому что сегодня в гостях удивительная Леонсия Эрденко. Вы можете себе представить, друзья? А ты будешь здороваться, нет? А, здравствуйте. Я что-то засмотрелась на тебя. Нет, дело в том, что я тут подслушала, как тебя супруг зовет. Леня, да? Лиля. Лиля, да? Да. Леонсия. А я думала, как будет сокращенно. Вот так, сокращенно так, так, да, правильно. Да, да, да. Лиля, да, да, Леонсия, да. Лиля. Вот, да. Я была просто поражена, когда я сегодня открыла Инстаграм и увидела такой анонс. Внимание, впервые на шансоне в программе «Живая струна» такая-такая в полный рост, в полный вес. Я была уверена, у меня был перерыв в работе здесь, на этой радиостанции, но я была уверена, что, ну уж точно, ну раз пять-то тут точно были. А тут вот, ну с премьерой тогда. Да, да. Лиля. Как-то да. Да, но мы зажигали очень хорошо. Видимо, я так перепутала, потому как на одном маленьком гордом канале музыкальном, вот, мы часто встречаемся, да. В этом как раз захаживали и давали концерты, наверное, вот так у меня все перепуталось. Ну что, тогда с премьерой, с почином. И спасибо огромное, что нашлось время подарить нам прекрасный музыкальный вечер. Я предлагаю начать. Начинаем.
Леонтия Эрденко в студии программы «Живая страна». Если вы только что к нам присоединились, и слушайте нас, и смотрите нас, у нас все можно. Какая же красивая песня. А голос у тебя, да. У тебя голос волшебный. Еще песня не успела закончиться, нам кондей починили. Понимаете, это да. влияет как. Тоже можно как-то воспользоваться. Кстати, к вопросу о том, что, как и чем заняться. Как цыганская диаспора помогает друг другу в эту непростую годину? Да. Да никак, собственно. Ну как же? Вы же должны как-то вот... Ну вот такая... Вообще у нас такая ситуация вот в нашей семье. Угу. С Алексеем. Да-да. Мы одни на большом-большом острове. И больше никого нет. А почему так получилось? Как-то вот так вот. Ну, а понимаете, какая ситуация? Когда мы с ним познакомились... У вас же такая большая семья. Семья большая, огромная, да. Огромная, музыкальная, легендарная. Да-да-да. Нет, они, ну, просто все как это самое... Понимаете, у нас вообще такая уникальная семья, потому что у каждого члена нашей семьи свой коллектив, да, своя группа. Это нереально. Вот. Но вообще какая ситуация? Я так думаю, что когда мы с Алексеем познакомились, нам вообще никто не был нужен. Мы сбегали, мы убегали. И у нас была одна мечта, чтобы никого не было, и чтобы мы были только вдвоем. Вот бойтесь своих желаний. Да, и вот они иногда сбываются. И вот оно так это самое. Нам очень, на самом деле, комфортно вдвоем. Да, нам на самом деле никто не нужен. Но когда ты, так сказать, не в социуме, да, то есть, ну, иногда, то есть, нет помощи какой-то, то есть, поддержки. Тоже, она тоже важна все-таки, как бы, да, человеку. Человек не может быть один. Но... У нас так, у нас везде так, у нас в любом коллективе вот так происходит с ним. То есть мы нигде не можем ужиться. Да, мы только вот как бы вдвоем, вот и все. И... Потому что я так вот тоже думала, что можно было бы там обратиться, театр Ромен там, да, есть, да, вот, чтобы как-то, он же все-таки государственный театр, и там вот в этом государственном театре они были на какой-то дотации, у них сохранена была зарплата там, да, хоть она не акция. Да, слава там, богу, да, нет, слава, да, богу, да, ты права, да. Но просто там как к своим прийти и сказать, ребята... Нет, там просто свои кланы уже, которые, так сказать, уже, так сказать, в этой жизни, значит, они там долгое время, поэтому там как бы, ну... А что, зачем куда-то идти вообще, я не понял? Ну, потому что... куда ты... Говори в микрофон. Потому что работы-то нет у нас сейчас, как бы все меньше и меньше. Да. Закрывается, но у нас есть один концерт будет. Концерт прекрасный. Кстати, будет он через месяц, даже уже чуть меньше. На один, да, день, там, 23 июля в Москве. Клуб называется «Магнус Локус». Это, я не знаю, это место такое какое-то музыкальное. Не знаю, это клуб, да, или это, ресторан. Это, да, но, в принципе, он заточен на именно, да, на музыкальные программы. Да, да. Где-то он находится, в общем, я не могу говорить точный адрес. В Москве, это, Москве. Нет, это, ну, да, проспект Мира здесь, проспект неподалеку. Мира. Где-то проспект, да, Мира. Где-то проспект Мира. Погуглите. 23 июля. Ну, к вопросу о Москве. Москва, так называется следующая песня. Да. Мой любимый город. Наступил осенний вечер, город мой давно уснул, и московский серый ветер в небе парус повернул. Зной дневной давно остыл, и забыв, что солнце встанет, вновь по улицам пустым мы кочуем, как цыгане. Друг от друга, то ли поздно, то ли рано, то ли ночью, то ли днем, птиц заблудших караваны проплывают над Кремлем. Москва.
слышу гул. Город мой, как та цыганка, заманил и обманул. Снова вспомню я мотив, тот знакомый, очень старый, семиструнный перелив старенькой моей гитары. Не поверила слезам, нет, не поверила. У меня на сердце радость, у меня на сердце грусть. Но, конечно, встретить старость я когда-нибудь вернусь в Москву. Не знаю, как у вас, друзья, у меня катарсис. Случился просто катарсис. Слушайте, такая вообще офигеть. Я ничего такого подобного, вот, а еще и про Москву, про родной город-то не слышала. И модная какая вещь. Это записано лет 10 назад уже. Автор, автор музыки и слов Алексей... 20, да, извините. Это автор музыки, слов и музыки Алексей Безлепкин. Алексей? Вот. А да. Кто это? Кто это? Леш, слушай, ну это просто обередил время. Да. Тогда-то, наверное, я не знаю, как... А тогда никто ничего не понял. Они даже и не... Они даже никто на радио вообще даже не взял. Хотя были люди, музыканты, которые просто тоже падали в обморок, говорили, ну, блин, ну что ж такое? Но за 20 лет зато произошло следующее. Открылось очень много всяких заведений вот для музыки, не для всех. Вот в чем дело. И она стала востребованной. Сейчас вот люди... Если раньше это как-то вот надо отметиться где-то там в Большом там, или еще где-то там, или каких-то литературных чтениях просто отметиться, там потом пироженку съесть и уйти там, разойтись, шубу показать. Вот, то сейчас реально люди вот как раз появилась эта потребность именно в такой музыке. И есть такие места, где... Ну надо же, интересно, да, надо узнать, где. Алёша, ты же и директор, по всей видимости. Нет, у нас директор сейчас другой, мы поменяли Алексея, хватит. Ну так вот, пусть директор-то ходит вот по этим прекрасным местам. Я не хочу просто здесь делать какую-то рекламу, но эта музыка сейчас очень востребованная, очень крута. И вообще меня удивляет столько всяких сейчас... Я не очень люблю телевидение с детства. Вот. Но все равно, как человек профессиональный, я отслеживаю, что вообще происходит, чтобы быть в курсе дела. Это чисто профессионально. Я удивляюсь, что ни в одном проекте, который связан с пением, с какими-то такими историями, нету Леонтия Ярденко. Нету даже мысли такой, потому что вряд ли кто-то прибежит и позовет. Надо заявку какую-то подавать, и все. Но это же круто! Нет, вы знаете, эта ситуация, да, очень плачевная, потому что, объясню, вот сейчас вот я тоже по телевизору тут что-то случайно увидела, поет Тамара Гверцители в дуэте с каким-то, ну, тоже какой-то такой парень даже, по-моему, шансона. Угу. И они поют цыганскую песню. Просто цыганскую для цыган написано. Ну, да-да-да. Вдвоем. А на заднем плане стоят два настоящих цыгана и просто им аккомпанируют. Ну, это... Вы знаете, для меня это вообще просто удар ниже пояса. Почему?
Надо взять ложки, балалайку. Понимаешь, да? И задать этим русским, понимаешь. Вот я так думаю. Причем эти артисты театр Румен, да, вообще великолепнейшие артисты. Богданов еще. То есть, ну, то есть, это вообще, то есть, и певцы, и танцоры, и гитаристы, но вот что это, не пускают, я не знаю, что это. Что это такое вообще? Мир, безусловно, перевернулся. Так надо его обратно вернуть. Да. Вот, ну, сейчас вот отпустит жара, и можно начинать. Хорошо, сейчас мы прервемся ненадолго, а потом сразу будет еще одна песня, очень хорошая, «Черемуха» будет называться. Сразу в стык мы будем играть. Хорошо. Живая страна. Под окном черемуха колышется, ах, распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи. Ах, за рекой Живая струна.
Леон Серденко сегодня в «Живой стране», если вы только что к нам присоединились. Какие песни, да, шикарные? Шикарные, абсолютно. Были какие песни, а? Ой, вообще, прямо душа радуется. Когда вы выходите, вы сказали, что вы не можете ни в одном коллективе ужиться в такие трудные, проблемные, да? Да. Вот. Вы только вдвоем. Ну, а как вот? Сколько инструментов, сколько музыкантов? Это как? Это сессионные? Да, 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 да. Мы приглашаем, да, наших любимых музыкантов, да. И, в общем, с ними пару репетиций вперед. Ну, понятно. А вот сейчас будет концерт. Ну, сейчас, через месяц, да, 23 июля, если вы только что к нам присоединились, Магнус Локус, это на проспекте Мира, у вас будет выступление. Вы как? Вы вот так же, как, ну, включаете... Фонограмма шоковая. Минус. Да, шоу у нас. Девочки танцуют песни. А, в общем, так все-таки с девочками-то можно уже. Да. То есть не так все запущено. Нет, все прекрасно. У нас нет, когда у нас музыка и репетиции, вот все, когда есть любовь вообще между музыкантами. Я обожаю вот, ну, как бы своих любимых музыкантов. Это, ну, там, в общем, давно уже их не видела, очень сердце печалится, конечно. А вот, но у нас вообще просто, и все хотят с нами тоже петь как-то, и тоже и на гастроли. А к дуэтам как вот относишься? А, прекрасно, у нас же был Эстрада Рай дуэт, и что-то там много было, что-то я там пела с кем-то, да. Это же тоже, в общем-то, как-то так. Это всегда приятно. Не-не-не, мы на любые эксперименты... Освежает. Да, на любые эксперименты готовы, так что вообще любим все это дело, и музицировать любим, и что-то там переделывать. Это вообще только хлеб не корми. Вот. Дай поработать. А репертуар в основном он как? Из старых песен или 50 на 50? Вот то, что Но Леша... Очень много. Во-первых, я помню много авторских песен, да, это самое. Потом русские народные, потом романсы, потом Леша пишет, да. Ну, что говорит, там у нас вообще альбом целый с Олегом Митяевичем, когда был, да? Ну, это давно. Ну, то есть это тоже огромнейшая работа, это дуэт тоже. Ну, то есть не дуэт, а в смысле, вот я пою любые песни, абсолютно любую музыку, вот. Открыто к предложениям. Ага. 3-2-2-2-3-3-2. Звоните. Голубчики. Голубчик. Следующая песня. Романс. Жизнь.
живая страна. Ленси, да вы панки от романса. Вы просто панки, панки. Вот, вот это вот из серии, вот не дай боже оказаться за одним столом с Леонси, какая-то вечеринка, да, за одним столом. А давайте споем, Леонси, запивай. И вот, значит, пошел голубчик, и все за столом такие подпели. Подпели, блин. По-другому не назовешь. Да. Удивительно совершенно. Это вот как, это вот из серии то, что вы сказали, вы любите менять песни. Да, самый факт. Самое главное, все можно поменять, кроме это сам, ну, кроме мелодии. Кроме слов. Да, мелодия! Мелодия. Понимаешь? Мелодия всегда остается мелодией. То есть мы практически не знаем. То, что я там делаю свои украшения, безусловно, да, а остальное все уже. Да. А можем сейчас еще, кстати, послушать другой романс. Конечно, с удовольствием. Следующий. Друзья мои, если вы только что присоединились, Леонид Эрденко, здесь у нас эксперименты музыкальные. У нас сегодня удивительный вечерок. Вот. И просто не думайте, что мы сидим в оркестровой яме, где настраивают инструмент перед большим спектаклем. Это-то мы так видим. Вот. Но самое главное, если вы только что к нам присоединились, обязательно, если есть возможность, нужно смотреть на Леонсию, потому что это удивительная способность. Человек поет, человек в образе, все, но параллельно ругается на мужа. Руками. Руками ругается на... Но в образе, все по Станиславу. Я ехала домой. Любопытно послушать.
живая струна, живая струна. Леонтий Эрденко дарит нам сегодня всем свой музыкальный вечер. Вообще невозможно поверить, что, вот как ты говоришь, нету музыкального образования. Да. Это невозможно. Это очень плохой пример для тех, кто сейчас вот думает, эх, на утро как проснусь я знаменита. Вот, Эрденко, да. Без образования, нормально. Да, но понимаете, как здесь какая ситуация? Я занимался, брала очень долгое время частные уроки. Я по 2 часа, 2 раза в неделю я ходила, и вот. Но все равно это вот, конечно, у вас это цыганская еще вот, природа, поющая нация. Ну, да, есть, конечно, там, конечно, Валя Пономарева, это, конечно, ну, все да. Это. Вот, поэтому... Ну, чтобы нам все успеть, нужно прямо сейчас петь «Джелем». Ага, поехали. Поехали. Цыганский гимн. Угу. Yeah.
такая сумасшедшая, конечно, аранжировка. И вообще какая-то это... Захотелось в Непал куда-то, на худой конец в Гоа. На Гоа, что-то такое. Нет, серьезно, сильная история. А почему это гимн цыганский? Ну, так считается, Джилем, вот такая песня, она... Это о чем вообще? Я не очень понимаю. Так, о чем это? Цыганский. Значит, о чем эта песня? Ну, это, в общем-то, песня о том, чтобы... Что это самое, как его... Сейчас я вспомню текст. В общем, все идут по дороге, все встречаются, все друг друга уважают, любят и встречаются. Вот такая вот. Ну, это прямо какая-то это для парада такая достойная, да, какая-то, да, история. Да, да. Прямо для какого-то фестиваля, вот гимн какого-то фестиваля. Конечно, это, конечно, она так и идет, да, да, гимн, да. Ну, странно, кстати, вот я... Только в твоем вот исполнении слышала. Я вот так вот не слышала, чтобы где-то ее... Ну, я не знаю, может быть... Ну, вот сколько... Я знаю цыган и их репертуары. Она считается восточной песней, как бы она балканская считается, югославская. Ну да, 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 да. Она оттуда вообще пришла, как бы. Угу. Ну что, я хочу сказать, что у нас не очень-то получается две песни. И здесь нам нужно выбрать, и самое главное, предупредить нашего прекрасного звукорежиссера, какая будет песня. Последняя. Дело в том, что она, в принципе, очень часто звучит на волнах радио «Шансон», но она звучит в балканском, да? Как ты, мило говоришь, в каком она... Балаклавском. Балаклавском. Балкана, я же оттуда. Плавно пересекает. Мы сегодня ее в традиции споем. Какая она традиционная? Было бы мне интересно самой послушать, как она в традиции, потому что я только слышал так, как она у нас звучит. Но перед этим хочу напомнить, друзья, что в «Магнусе Локусе» интересное название, прям сама пойду. 23 в Москве не будет, к сожалению. 23 вот июля. Вот так всегда. Да, у меня же отпуск. Я уже забыла, что я в отпуск иду. 23 июля «Магнус Локус», концерт Леон Серденко в этом заведении. Поэтому, по всей видимости, туда можно зайти на страничку, как-то что-то забронировать, заказать и так далее. И так да, далее. Заказывайте, приходите, да. Да. Я же... Безумно благодарна вам за концерт. Я так рада вас видеть. Вы такие классные. Спасибо. Вот. И, может быть, все-таки вы с кем-то уживетесь, и какая-то бомба... Да нет, мы с удовольствием. Нет, у нас нормально все просто как-то так. Мне кажется, это не вы уживаетесь, а вы как-то подгрызаете там людей. Не-не-не, ни в коем случае нет. Мы очень такие, так сказать, адекватные люди. Но, в принципе, у тебя такой вот стиль, такой у вас вот как-то вы банда, и у вас такое видение музыкального материала, что мало кто его может разделить, так скажем. Но своя точка зрения просто есть на все, понимаешь? И как бы вот с этой точки зрения... Людям как-то вот... То есть мы говорим, что делать. Угу. Вот. Поэтому мы приглашаем музыкантов. И, то есть у нас, мы знаем, что надо. Все понятно. Что надо, все. А все остальное как-то... Хорошо. В этом месте я прощаюсь с вами. Уже мы встретимся на следующей неделе, которая будет завершающая сезон этот программы «Живая струна». Но это будет на следующей неделе. Я вас оставляю со сладкими губами в лице. На лице Леон Серденко. Царицы все к ногам императы. Жизнь твою.